Девчонки, привет! Ну что же, вот я и готова для своей второй поездки в Россию. Совсем скоро прилетаю для семинаров. Будем обсуждать с вами все то, как быть самой лучшей мамой на свете для своего ребенка. Естественное материнство, вакцинация, психологические проблемы, в общем, все. Ищите свои города в списке, пишите на наш номер, приобретайте билетики, и мы с вами скоро увидимся. Уже история. Трубочки. Дима, а ты почему не в колпачке? Ни в чем? Не в колпачке. А куда крепится? На голову. Нет, к сожалению, стрижка. Нет, вперед. Ты зачем сюда? Так, ой. Вась, помоги Диме одеть. Так, короче, мы в парке Вирджиния Эвеню. Это наш столик. У нас только всякие ягоды. Блин, мухи, класс. Траты. У нас такие вентиляторы вертятся. Привет, привет, привет. Манго. Я, наверное, съем кусочек ананасика сейчас, с вашего позволения. К нам прилетел Дима. К нам прилетела Василиса. Это Макарина шапка. Я прилетела. Да. Откуда? С космоса. Это у нас палка для пиньяты. Это висит сама пиньята. Вы знаете, что такое пиньята? Пиньята — это такое что-то, наполненное конфетами. Там все полно конфет, и Макар будет бить по ней вот этой палкой. Оно будет рассыпаться, и конфеты будут падать, и они будут их собирать. Мы что? Делали перископ, когда мы это... Но когда мы ее вешали. Это было смешно. Да, Вася лазил на сук. Вот, мы находимся в парке. У нас есть такая вот рамочка. Но Макар пока в плохом настроении, поэтому он не фоткается в этой рамочке. Макар в плохом настроении, потому что он приглашал очень много друзей в школе, когда еще был. Конечно же, все уехали на летние каникулы, никто не пришел к нему. Пришли только... Вот, это мы в парке. Так, пойдемте смотреть, где у нас все. Здесь есть несколько площадок. Одна для малышей, другая для постарше. И классные такие фонтанчики. Интересно, где Макар? Вот, где лев? Всем привет. Это я. Я ищу сейчас моего сына расстроенного, которому не мил его. Макар, вот он. Макар! Тебя поздравляю! Ну, Макар! Что ты за несчастье такое ходишь тут весь? Смотри, Ксендер к тебе пришел. Ты лучший друг. Макар! Что? Ну что ты такая? Смотри, ну вообще, ну я не знаю, что с ним делать-то? Сейчас себя придет. Денег ему надарили. Советуйте мне, что не делать с ним. Он ходит грустный. И ничто на него не реагирует. Пиво. Макар, можешь тебе налить? Макар. Что? А что ты такое, а? Я улыбаюсь. Ну что ты не улыбаешься? Да мы сказали... Вот, Макар, тебе все говорят, что твои самые ценные люди, родные, все рядышком с тобой, все прилетели к тебе, специально успели все на день рожденьку на твою. Смотри, как мы готовились, смотри, понимаешь, что ты меня вот уже обижаешь. Смотри, какой я тебе столик приготовила, украшала, все это покупала, мы вместе выбирали. Для одного гостя. Для тебя, Макар, для ты мой главный гость сегодня. Ты пришел в мою жизнь. Макар, ну ты понимаешь, что мое сердце сейчас тоже плачет, когда ты так расстраиваешься. Я тоже готова уже зарыдать. Смотри, ну что ты от меня отодвигаешься? Я как будто тебе не мама. Нет, я хочу... А еще и... А ты станешь веселым, если мы сейчас пиньяту сделаем? Вы уже ее сделали. Саш, ты перископ? Да. А это к нам вот этот грустный перископ.
Это грустный перископ. Макар. Привет, Гайве. Раз, два, три. Макар. Макар, веселись. О, видишь, работает. Может, раз. Тебе капли успокоительные дать? Нет. А что ты хочешь? Смотри, у тебя 200 баксов уже есть. Ты накопил много столько денег. Макар, ты на плееры наушники сможешь на это купить? Ты какую сможешь купить? Будешь себе сядешь, будешь выбирать все, что захочешь на эти деньги. Смотри, какие тебе классные подарки подарили. Спасибо. На самом деле. А я хочу игрушки. Не получишь деньги. You have to go check mail. Go ahead. I'll be here. You'll be here. Сейчас я Саше спрошу. Хочешь, пойдем в фонтан, я тебе разрешу нырнуть. Хочешь побегать по фонтанчику? Я буду весь мокрый. Ты разденешься, я тебя сниму, подержу твою одежду. А чё, там же прикольно, в фонтане. Мне кажется, лев там. Ну, как долго вы ещё здесь будете? Побудем. Ещё час будете, да, хотя бы, да? Да, да, да. Эй, баба. Нет, валилась. Плохо. Макар. Смотри, Макар, у тебя еще в перископе пришло к тебе целых 316 человек. 317, 318, 320. Прикинь, сколько это много. Are you live streaming on Periscope? Ага. My fans do it all the time. Макар, тебе говорят, что ты уже достаточно взрослый, чтобы идти в стрип-клуб. Ты знаешь, что такое стрип-клуб? Нет. Макар заткнул уши, сказал, что я не знаю, что это такое, заткнул уши. Мария, они говорят, что вместе с тобой кушают клубничку. Да. Мы думаем, может, пока побегать, пойти по этому. Макар, пойдем побегаем туда. Ты знаешь? Макар. Макар, сейчас ты можешь выбрать песенку, которую хочешь. Давай, выбирай любую. Пойдем. Хочешь, ой, я. Ну, какую так, хочешь? Иди сюда. Ну, иди, составь нам по диджей. Макар. Да не, он до перископа такой же был. Хочешь, мы повторим твой день рождения, потом в школе еще разочек. В школе? Да, когда пойдешь в школу через месяц. Все, сворачиваемся. Поехали. Мы еще для школы сделаем. Давай. Ну что, ты будешь ставить музыку? Да, сейчас, Макар, пошли выбирать вместе. Давай. А тебе не понравился мой подарок? Ау, а, да у меня же мозолик. Нет, настроение... Мне хорошо закреплено тебе? Да я тебя спрашиваю, а не перископ. Слишком ровно. Да? Макар, ты просто всем день портишь. Вась, слишком много. Все, давайте оставим Макара в покое. Он, наверное, хочет побыть один немножко. Пойдемте туда. А Макар не пошел? Этот, где этот? Вась, ты тут пока побудешь или где? Я с Димой. Пойдемте туда, где вода. Я хочу водичку посмотреть. Хотите, я пойду и посражусь. Постоишь, да? Конечно. Пойдем туда, сходим, где вода. Макар, блин, в пакет улетел. Он разложится, он органик. Органик. Короче, он разложится. У нас катастрофа. Разложится. Что можно тебе? Так мы ж тебя зовем, это твой день рождения. Пойдем скорей. Побежали. Побежали. Что это там, Макар, за дети? Это какой-то лагерь? Is it some camp? Maybe. I can't tell. It's a camp Mexican. По-моему, черненький. Естественно.
а где лев? Ты куда? Дима, а где лев? Лев у воды. Воды? Мама его пускает в воду, нет? Давайте пустим льва в воду, мне кажется, ему будет прикольно. Лев вон, в бабушке взлет. Пойдем, Макар. Хочешь, разувайся. Снимай ботинки, я возьму. Снимай быстрее, быстрее, быстрее. Снимай ботинки, оставайся только в штанах и вот это снимай. Давай, снимай ботинки, я возьму. Быстрей. У меня шорты все будут. Ну и что, шорты быстро высохнут, ничего страшного. Шорт точно я тебе не дам снять, а вот это можешь снять. Снимай, давай, подержу, а ты снимай кофту. Быстрей. Видите, тут такие фонтанчики. Пойдем ближе, Макар. Ау. Взял и ботинки снимай. Я в носках. Не, носки надо снять тоже. Они потом никогда не обстираются. Но потом, когда ты пойдешь в школу через месяц, мы всех твоих ребят возьмем и поведем тоже какой-нибудь день рождения устроим. Может, в кино всех вместе взять. Или лев, просто в пиццерию. Лев ладно? Лев засыпает, не будете его. Хорошо. Мама! Давай мне ботинки. Дим, возьми, пожалуйста. Давай. Здесь муравьи везти. Да нет, муравьев, беги быстрее туда, где водичка. Это черный уголок. Я расист. А ты расист? А я расист. Иногда. Вы не представляете, как мы расстроены сами. Мы так готовились, мы так хотели, чтобы ему было хорошо. Я летел 12 часов. Дима летел 12 часов. Мы вчера ездили. 30 минут. Да лев вон он. Я почти подхожу, он вполне видит, он орет. Он засыпает. Я просила бабушку не подходить, чтобы не убить его. А что случилось? Ребят, расскажите мне, что случилось. Это один друг на день рождения, который старше. Он как меня возрастом. А больше никто. Блин, это ко льву же тоже никто не будет приходить. Да, рождаться летом это очень обидно, на самом деле. Sandra, when is your birthday? March 23rd. Oh yeah, March. That's good. Because summer birthday it's not good. Мам, я больше не хочу. Что? Холодно? Я не хочу. Да ладно. Попробуй расстрелять. Там лук стрелялка есть. Хочешь расстрелять кого-нибудь? Все, пойдем, мам. Я накопался. Да, один сыр. А вон Саша. А вон они. Ура, смотри, твои друзья приехали. Саша, Лара и Коля. Пойдем скорее, встречайте. Санечка. Поехали скорее, побежали. Полина, она уже в России. Привет! Я вижу. Привет. Спасайте ситуацию. У нас Макар в депрессии. Макар, привет. Вот подарок, дальше. Ну вот, ты загляни в подарок, Макар. Так сначала обними своих друзей, которые к тебе пришли. Макар мокрый. Он мокрый. Ну вот, посмотри, Макар, смотри, что там. Макар, ты знаешь, там что-то из твоих меч. Оно работает только если маршмеллоу положить в этот морозилку. Это маршмеллоу. Надо их немножко чуть-чуть морозить. А мы маршмеллоу купили? А там есть, наверное. Да? You can show marshmallows. Это базука, которой можно стрелять маршмеллоу. Макар, что нужно сказать? Спасибо. Твоя игрушка, твои мечты. Ты же сам такой выбирал, да? Лора, пойдешь попрыгать в фонтанчик? Да. Хочешь?
Пошли. Давай, Макар, я возьму подарок, твой отнесу на место. Так. Папа, ну что, Макар, ты рад, что Лара пришла? Это мой? Да, это твой. Ну иди гостей своих, веди сейчас, скажи, у нас будет программа интересная, развлекательная. Так, там смотрите, стол. Вот стол в самом уголочке вдалеке, вон там, видите? Это наш стол. Хорошо. Там быстренько можете скинуть все. У меня это любимый парк, потому что здесь есть классный загончик для малышей. Совсем для лялечек, для маленьких. Видите, тут совсем такой закрыт решеточка, чтобы дети не ушли. И здесь для малышей качели трусы, вот эти все. Вот, а там уже для побольше детей лазинки и фонтанчики. Вот, а тут сидят аниматоры, ждут, когда у Макара прибудут гости. У нас прибыли гости немножко. Отлично, давайте, может быть, пока. Давайте всех... уже что-то там... Да, сейчас наши вот подъезжают, уже будут через 5-7 минут, все, но окей. Мы пока можем собрать. Уже подходите, давай. Сюда приходят. Давай, хорошо. Давай, пойдем, Макар. Уже будем одеваться и будем начинать нашу программу. Полина поехала домой, навестить родных. Лар, как ты? Есть пока семья. Я и Стелла вот не приехали, а у них сегодня семейное там дело, но приехал их сын Ксандр. Вот. Они спрашивают, Илья и Стелла здесь? Я им говорю, что они заняты сегодня немножко. Парк называется Virginia Avenue. Virginia. А где ваша бабушка с дедушкой? Они качают льва. Кого? Льва. Да. Привет. Как называется ваше агентство, Катя? Правильно. Матрешка Про. Так, Матрешка Про. Вот Катя и Света из Матрешка Про, которые организовывали открытие КТ. Помните, когда была красота? Я их попросила, чтобы они сделали нам Макару тоже на праздник. Да. Ну что, Макар, ты готов? Да, можно мне одеть ботинки и да. Кофту? Макар, ой, Дима, где его кофту с ботинками? Ой, где? Что-нибудь хочешь? Какую-нибудь пару ягодок? Да. Можете что-нибудь схватить такое, перекусить так, быстренько? Так, детки, пойдемте все собираемся и подходим вон к тому дереву, где ждут вас два веселых аниматора. Аниматоры. Такие серьезные дети пошли. Так, ладно. А где у нас мусор? Детям, наверное. Пойдемте. Мне тоже интересно, я хочу тоже участвовать. Дим, ты идешь со мной. Что бы мне такого съесть, а? Я такая голодная, жесть. Я, наверное, кусок туна в рапу съем. Это мое. Ну, конечно, ты же уже взрослый сегодня стал. Все, самостоятельность. Давай подарок спрячем, чтобы никто не украл. А ты просто, наверное, под стол положи в тень. Давай ты угу. Вот слышишь, что мне Васька сказал? Все. А вот на ней, когда она ложится. Да ему хорошо. Для этого тебе надо развестись со мной. Разводись. We speak когда English in America, people say. You can speak any language you want. This is my periscope, but this is Russian periscope. We speak Russian here. You can speak Chinese. No, I don't. I speak Ukrainian. You can... Ni hao. I speak French. Кать, предлагаю наши сумки взять, слышишь? Предлагаю взять туда наши сумки. Сумки предлагаю взять с собой. А у нас никого здесь не останется, да? Куда нет? Угу. Хочешь, я подержу? Слушай, она мне тяжелая. Ну, мы тут кинем ее рядышком. Я тоже свою кину на траву. Слушай, моя прям как весит подрос. Так, все. Ну что, друг, ты готов? Ниник освежился. Молодец. Фонтане. Как день ВДВ прям. О, ты знаешь, какой он хитрый? Это маленький шпион. Он смотрел, где мы что прячем, все наши сокровища. Он говорит, я делал вид, что я играю в игру, но на самом деле я шпион. Ну, так что это серьезный человек растет, аккуратнее с ним. То есть ты сейчас выиграешь, всех обыграешь? Похоже на то. Магаль, тебе Гарри Поттер пришел. Где? Нет, какой Гарри Поттер, ты что? Это же преподаватели из этого. Хогварда. Да, Хогварда. Это Гарри Поттер. Да, ну сейчас давай разберемся, кто там пришел. В общем, мы пошли играть. Я тоже сейчас буду бегать в всяких эстафетах, поэтому, наверное, попрощаюсь с вами ненадолго.
мы будем еще выходить в эфир. Может, тебя кто-то будет снимать? Я думал, все спят. Нет. Все, пошли. Все, пойдем. Мы пошли играть. Надеюсь, в следующем выходе в перископ наше настроение будет намного лучше. Все, пока.